Так, всем привет, с вами Комаров Виталий. Вот что-то у меня снимать нечего было, а тут меня жена попросила вот эту хрень открыть. Короче, мы трахаемся с этим уже часа два. Пытаемся ее открыть, здесь, короче, надо надавить и открыть. Но вот здесь даже видно, что продавилось вот эти вот там, кто там, что там есть. Это просто вот, это вот, вот эта вот хрень, ее покупать не надо. Это вот надо ее производителю в задницу засунуть, и пускай он ее там открывает. Вот, что я тут показываю, не знаю, я сейчас без очков, на эмоциях сейчас снимаю. Это просто, сейчас будем как-то это самое, это все делать. Упаковочка красивая. Там что там, вот даже место для флакончика. Вот так флакончик ставится, такая большая коробочка. Все прям офигительно, но... Открыть я уже зажимал ее и между ногами. У меня уже руки вот трясутся от этой фигни. Это что-то из ряда вон выходящих. Это вот такое вот продавать, это нельзя. Вот запомните, вот этого производителя, да, и вот не надо. Вот кто знает этого производителя, подойдите к нему с этой упаковкой, засуньте ему ее в задницу, и пускай он ее там открывает. Вот эту вот хрень, блядь. Вот. Где-то издевательство над людьми какое-то. Я вот даже не знаю, что у меня. А, это вон, да, это грибок лечить. Вот это вот, наверное, вот. Блять. Вот такая вот штука. Это просто невыносимо. Это вот мы уже часа два с ней выпендриваемся, пытаемся ее открыть. Я не знаю, как ее... Открыть коробка красиво. Вот. А мы еще Китай ругаем, а? Китай красава. Здесь вот даже все это есть. Какая-то фигня тут есть. Все это прям изумительно. Все это упаковочка новенькая. Прям вот за упаковку задницу можно целовать. А вот за это вот прям эту же упаковку, прям вместе с упаковкой вот этой хрени, вот производителю прям в задницу это все засунуть. Прям без привлечения. Сволочи какие-то. Интересно, сколько она стоит, я вот не знаю, кто там знает, сколько это стоит. И было ли у вас это такая вот хрень, чтобы вот эту вот хрень нельзя было открыть, пишите в комментариях. Это просто невыносимо. Это гондонство какое-то, вот, а не производитель. Все, до новых встреч. Пойду вскрывать как-то.